Отремонтировать кровлю дома, сделать красивый фасад, украсить интерьер, помочь с этим и не только может компания «Стройдекор». К услугам клиентов изделия из легкого материала – пенопласта, а точнее пенополистирола. С ним возможности декорирования становятся безграничными. Мне очень понравилось то, что не пришлось дополнительно усиливать фундамент, потому что материалы все легкие и очень утеплилось все фасады. Сейчас ремонт заканчивается наружный, и я собираюсь внутри дома тоже сделать ремонт с этой фирмой. В «Стройдекор» я обращаюсь, потому что они клиентоориентированы, работают со всеми людьми индивидуально, и все делается очень быстро и качественно. Архитектурные элементы «Стройдекора» в отделке подчеркивают все достоинства строения. Придают ему особую выразительность. У дома появляется индивидуальный стиль и изысканная атмосфера. Архитектурный декор из пенополистирола придаст вашему дому стильный внешний вид и изменит ваш фасад до неузнаваемости. Архитектурные элементы покрываются штукатуркой из натуральной мраморной крошки, которая устойчив ко всем атмосферным воздействиям и сохранит внешний вид вашего фасада на долгое время. Визуально-архитектурные элементы из пенополистирола не отличаются от бетонных или гипсовых, но имеют значительные преимущества перед ними. В том числе экономят бюджет. Перевозка и крепеж изделий не составляет труда. Дизайнеры «Стройдекора» могут воплотить самые креативные задумки клиентов в реальность. Так живопись по сырой штукатурке придаст уют любому уголку дома, квартиры или офиса. Украшать дом нам всегда всем нравится. То есть мы хотим жить в красивом жилище для того, чтобы оно радовало глаз как внутри и снаружи. Мы там комфортно себя ощущаем. Соответственно, всем нам хочется, чтобы наш дом выглядел красиво. Ну и мы предлагаем нашим покупателям украшать свои жилые дома. Это можно сделать, украшать не только новостройки, но и старые дома. Компания «Стройдекор» на рынке Чувашии 5 лет. Она представлена не только в Чебоксарах, но и в Канаше и Йошкар-Оле. Познакомиться с образцами материалов можно на межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ», либо по адресу город Чебоксары, складской проезд, дом 6. Телефон 22 64 18.